Вы здесь не можете. Да, еще как могу, здесь, когда мои права на здесь. Когда права. Идрис, Идрис, посмотрите на меня, пожалуйста, Идрис. Вы сейчас хотите ехать с ним? Вы не обязаны с ним ехать. Здесь не надо. У него нет оснований вас вообще задержать. Когда мои права подвешены лежать, Конституционный суд сказал, что можно. Выходите туда и снимайте. Конституционный суд сказал, что можно. Я, у меня уже 300 случаев таких было. Вы не обязаны ехать. Он не задержан. Покажите мне постановление о его задержании. Девушка, извините. Он не задержан вообще. Идрис, задержи.